наверняка самый такой популярный вид спорта в ИСУ. И вот так 16 место после короткой программы занимает немецкая пара. Это, кстати, их вот в таком именно составе первый чемпионат мира. Дебютировали они в январе на чемпионате Европы, ну и дебютировали очень неплохо, заняли 5-е место. Кстати, партнер Арон Ван Клифф, он сам из Канады, но вот приехал в Германию, и выступают они сейчас за эту страну. Что ж, очень неплохо исполнен каскад из тройного и двойного тулупов. Большинство пар из первой и второй разминки будут как раз выполнять подкрутку двойной лутц. Ну, за исключением, конечно, какого будьте Александра Смирнова, у которых, конечно же, подкрутка будет тройной.
Что, справились со своей программой эфира?